Итак, потрясающая весна у нас наступает буквально через один день, поэтому я каждую из вас призываю, просто наши дорогие телезрительницы, приобретать для себя шикарную, красивую, эффектную, самую-самую лучшую обувь по самым лучшим ценам. Например, сегодня у нас главное предложение дня – это лоферы, которые называются «Мадлен» по цене 1999 рублей. 1999 рублей, а при оплате банковской карточкой вам доступна еще скидка в размере 10%, поэтому цена на них будет 1799 рублей. Итак, возвращаемся к нашим лоферам. Это акцентные, красивые, с округлой носочной частью, с объемным кантом. Они придадут вашему образу утонченного, элегантного шика, создавая лаконичный образ с изюминкой, создавая свой элегантный весенний образ с платьями и брюками. Технологии комфорта здесь у нас есть. Это мягкая, эластичная эко-кожа, это экстракомфортная подошва, здесь безумно удобный трапециевидный каблучок, плюс ко всему есть еще и стелька, которая будет дарить мягкость при каждом шаге. Уникальное сочетание легкого шага и невесомого ощущения обуви на ноге, которая будет радовать вас 24/7, а также заботиться о ваших ножках. Я считаю, что сегодня у нас главное предложение дня просто шикарное. Обратите внимание, как они выглядят, насколько они красивые. У нас есть несколько модификаций. Безумно нравится мне бежевый цвет, да, он такой природный, он такой натуральный, он такой благородный, такой эффектный. И плюс ко всему есть различные модификации в черной комбинации, которую мы сейчас с вами будем рассматривать. Итак, посмотрим на черный цвет. Итак, давайте начнем с модификации, которая у нас называется просто черный. Здесь у нас, видите, да, как выполнена деталь на союзке. Следующий вариант, это у нас черный, серебро. Посмотрите, пожалуйста, это у нас, нет, наверное, вот это черный серебро. Подождите, хорошо, да, извините, черный, серебро. Посмотрите, да, вот так, это матовый лак у нас. Он немножечко отличается от лака, посмотрите, да, матовый лак и лак немножечко отличаются. Следующий вариант, это у нас черный цепь, это на моих ножках, я сегодня именно в них. Да, посмотрим, да, немножечко рассмотрим. И также у нас еще есть, вот он, черный серебро, посмотрите, да, вот она и матовая фурнитура, и два звена этой цепочки выполненные у нас из металла, украшены у нас фианитами, как же это красиво смотрится, боже мой, это действительно просто потрясающее предложение, плюс ко всему еще есть и роскошное лаковое предложение, так и называется лак серебро, здесь также мы с вами видим матовые звенья цепи в качестве украшения, плюс металлический украшены фианитами, и это очень красивая пара обуви. Кстати, сразу хочу отметить, что у нас с вами лак обладает антивандальными свойствами, то есть, во-первых, конечно же, мы понимаем, что не боится влаги, учитывая, что сейчас начинается такой демисезонный, очень влажный период времени, когда будет много воды, вокруг будут идти дождики, плюс ко всему наше также антивандальное покрытие не боится никаких повреждений. Сейчас даже проведем с вами некий эксперимент. Острым уголочком моей линеечки по самой центральной части нашей союзки я сейчас пытаюсь процарапать, да, какой-то урон нанести. Здесь остается все абсолютно гладко, все абсолютно красиво. И, конечно же, хочется еще вам сказать, что это очень мягкая эко-кожа. Вот даже лаковая, да, модификация, она действительно прям вот масло-масляное, дорогие мои. Это очень приятно, очень удобное, очень комфортное предложение, которое выглядит потрясающе, которое выглядит очень эффектно. Итак, у нас с вами размерная сетка от 36 до 40. Если у вас, например, половинчатый размер, 38,5, рекомендую вам приобретать в большую сторону, естественно, приобрести 39. Но по факту я вот, например, 39 обула на себя 40,
И честно могу вам сказать, они мне прям очень свободные, дорогие мои. То есть я буду рекомендовать их приобретать размер в размер. Смотрите, вот у меня 39-й, и в 40-м, видите, у меня пальчик вот здесь находится. То есть здесь пространство еще есть. Можете приобретать размер в размер, но если половинчатый, берите на размерчик больше. Еще раз хотела бы вам сделать акцент. Итак, у нас с вами полнота увеличена. 8-я, вы видите, что по объему здесь действительно даже еще дополнительно моя ладошка помещается, а по факту выглядят они очень красиво, да, как они формируют вашу ножку. Посмотрите на эту округлую носочную часть. Кстати, что мне нравится, что она действительно не заужена, а вот очень комфортно располагается ножка внутри. Демисезонный вариант, да, межсезонный вариант сейчас, который сейчас будет у нас весна, когда будет действительно много влаги. Кстати, каждая эко-кожа проходит специальный этап проверок, то есть более 10 тысяч раз проверяют ее на истирание. Вы видите, что эта эко-кожа не меняет свой внешний вид, а также проверяют на эластичность, подвешивая на нашу эко-кожу очень тяжелый груз, практически в 4 раза, придавая растяжимость нашей эко-коже. Это действительно новые технологии, это действительно инновации. Плюс ко всему, лаковая полимерная пленка содержит еще микропоры, что позволяет дышать ваши ножки, но влагу внутрь не пропускает. Вот таким образом, да, и выглядит очень красиво. Плюс у нее очень хорошие качества у этой эко-кожи, а цена 1999 рублей, но здесь, мне кажется, просто невозможно отказаться от таких эффектных, роскошных, красивых лоферов, которые сегодня называются Madlen. И я хочу вам сказать, что обеспечена легкость, обеспечено удобство, обеспечена мягкость для пальцев, поддержка свода стопы, устойчивость, да, потому что каблучок у нас 3,5 сантиметра, стелечка внутри со вспененным латексом, латекс 5 миллиметров по толщине. Когда вы обуваете эти туфли, вы в буквальном смысле просто утопаете в этой мягкости. Уверяю вас, приобретая для себя туфли Madlen, они будут для вас символом легкости и свободы. Давайте вспомним с вами еще, какие же цвета вы сегодня приобретаете для себя. Безумно мне нравится именно бежевый цвет. Посмотрите, какое благородство. Я вот прям вижу, знаете, такую королеву Елизавету, да, которая выбирала для себя именно такую обувь. Далее обратите внимание на мой вариант. Я выбираю для себя черный цепь. Посмотрите, как это выглядит очень красиво. И плюс ко всему еще есть разные модификации. Здесь у нас модификация, это цвет просто черный, далее черный, серебро, и это уже матовый такой лак, и плюс ко всему есть черный лак. Боже мой, это моя любимая пара обуви, как же красиво выглядит, а цена всего 1999 рублей. Успейте приобрести.